Ровно в 10 часов утра по московскому времени одновременно во всех регионах нашей страны дали старт правовому диктанту. Такая масштабная проверка юридической грамотности проводилась впервые. В нашем районе акция прошла на базе Одинцовского филиала МГИМО. Диктант выполняется в электронной среде. Сейчас они зайдут на сайт. И каждый, ответив на 30 тестовых вопросов, на это будет отведено час 20 времени, и в конце высветится результат, сколько кто баллов набрал. Основная цель диктанта – повысить мотивацию людей в изучении юридического права, знание которого является неотъемлемой частью образованного человека. Участие в акции – дело добровольное. Любой желающий в возрасте от 14 лет и являющийся гражданином России мог проверить свой уровень знаний. Особый интерес диктант вызвал у молодежи. Мне стало интересно участвовать в таком мероприятии. Всегда было интересно право и хотелось посмотреть, на что я способен. Хочу проверить свои знания, чему меня научили, на что сама способна. Хочу ли я дальше продолжить эту специальность юридическую, понимаю, что-то не разбираюсь. Ну, открыть что-то новое для себя, наверное. Я решила принять участие в диктанте, потому что мне интересна юриспруденция. Я планирую, наверное, связать свою жизнь с юриспруденцией, пойти на МП. И я хотела проверить свои силы. Теперь дело за специалистами. Они подведут итоги и выявят самые распространенные ошибки. С результатами можно будет ознакомиться на официальных сайтах организаторов акции. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».